На камерах нет. Какие-то подставы, да и только. Ой! Че это? Воу! Это, подожди, это был Shadow Freddy? Это был Shadow Freddy? Какого хрена он здесь делает? Всем море привет, друзья и гости моего канала, всем БГГшечки, Виталий Нептун здесь. Давайте же дальше проходить вот эту замечательную FNAF-пародию. Restless at Freddy's. У меня четвертая ночь. Осталось? Да. И напоминаю, что в будущем я еще сниму видео по ремастер-версии этой игры. То есть есть такая игра FNAF-пародия Restless at Freddy's Remastered версия от того же вроде как разработчика, но об этом позже. Сначала я хочу пройти оригинал. Ночи здесь идут относительно быстрые. Геймплей не особо, ну, не особо трудный, не особо замысловатый. Для тех, кто не в курсе, кто не смотрел первую серию, вдруг такие есть, я объясняю. Мы в какой-то пиццерии заброшенной сидим. У меня нет даже, блин, нормального монитора на столе, только вентилятор. И на носик нельзя нажимать, это плохо. А еще есть фонарик. Вот. Коробка. Надеюсь, не пустая. В планшете всего лишь 6 камер. То есть слева... И справа от меня. Когда приходит с левой стороны, по-моему, тут в Бонни, да, нужно нажимать на флеш. Это вспышкой. Когда справа на меня Чика приходит, нужно нажимать джаммер. Фредди может заходить ко мне в офис. Для этого мне нужно вырубить фонарик и просто застыть. Вроде как. Что еще есть? Вот здесь, кстати, Фредди, Бонни и Чика. На сцене, но Фредди уже убежал. Фредди, тихо, успокойся! А, черт! Вау! Помимо них, и здесь есть еще Фокси. Фоксямбе! Да? Фоксян Фоксяныч. Так, против Фоксян Фоксяныча нужно использовать мюзик. Музыка такая прикольная, знаете, напоминает мне старую игру на Денди про Папая. Про морячка Папая. А вот этого чувака я пока еще не видел. Ну, точнее, я не видел от него активности. По-моему, это Фредбер. Или Голден Фредди. Но почему-то он не активен. Ну, сейчас, возможно, будет. Тихо, тихо. Фоксян! А это, кстати, полный рандом. В первой попытке он... Вот, все, застываем, вырубаем фонарик. И умираем. Черт. А что я сделал? А как я от него выжил однажды, я не помню. Может, нужно светить вот так? Точно, нужно светить. Видимо, как-то так спонтанно получилось у меня в первый раз его прогнать. Ну, в той, в первой серии. Так, Фокси мы прогнали. Чики и Бонни нет. Все. На Фреддика нужно вот так светить. Как бешеный. Прям ему в глаза. Ну, просто так странно получилось. Я помню, что на третьей ночи он тоже приходил. И как-то, вот знаете, я не особо-то щелкал. И он ушел. Я и подумал, что, скорее всего... Нужно просто тишине побыть. Короче, не знаю. В общем, главное, что я разобрался. Так. О, Фредди опять здесь. И Фокси. Чертовски. Они... Они очень, блин, активны. Все. Так, Фредди, кыш. Прогнали. Зашибись. Так, Бонни, никого нет. Чика, никого нет. А тут, видите, плакат висит. Фокси хочет играть. Да, конечно, все любят игры. И Фокси тоже. Все любят игры. И Фокси тоже. Да. Что-то Бонни с Чикой тут стоят на меня своими белыми глазами жуткими. Безжизненными смотрят. Так, это у нас опять Фреддик пошел. Что-то сегодня Фредди, короче, за всех решил отрабатывать.
по активности. О, Фоксян бы, давай. Фоксян, Фоксяныч, на место вставай. Да что? Я же щелкал. Я щелкал. Все это видели. Игра, я не понял юморы. Так, подожди, то есть нужно светить, но не на него? То есть я сейчас посветил просто в сторону, и это прокатило. Я не знаю, как это работает. То есть на него нельзя светить. Просто не светить тоже нельзя. Нужно светить, но не на него. Ладно, так и буду делать дальше. Джаммер в бой. Так, отбился от Чики, сейчас придет еще Фреддик. Давай. А может не успеет прийти? Нет, пришел. Светим в бок. И он ушел. Буквально за секунду до конца этой ночи это реально сработало. То есть тактика здесь такая. Хорошо. И мы плавненько переходим к ночи номер 5. Скорее всего, здесь будет все-таки активен тот Фредбер или Голден Фредди. Кто это? Он хрен его знает. Блин, странно, что нельзя нажать на носик здесь, на плакате. Это прям супер странно. А еще у меня вроде как не кончается батарейка. Так. Кто из вас будет активен? Ну, конечно же, Фредди. Самый первый прибежит ко мне. Он очень часто бегает ко мне в гости. Видимо, ему общество Чики и Бонни вообще ну никак не по нраву. Он хочет ко мне ближе. А! Фу! 40 секунд, друзья, прошло. Ну, точнее, 40 минут с начала смены. И Фредди уже был тут, как тут. Так, поглядим. Фокси? Да хватит! Хватит мельтесить! Так, Чика с Бонни убежали. Фредди пока... И Фредди уже здесь. Офигеть! Так, что там второй какой-то звук был, нет? Показалось, как будто было два звука, то есть как будто Фредди два раза пришел одновременно. Жесть. Так, наблюдаю вот за этим чуваком. Что же он предпримет? Реально, пятая ночь, а он что, типа не активен? Да я в это не поверю. Кто-то из них будет, блин, активен по-любому. Бонни. Фредди мега активен сегодня. Так. Бонни я вроде как прогнал. Да, вспышка, я его прогнал. Чика джаммером. Всё. Фоксяна, по-любому, да. Вот я так и знал, что он будет активен. На место, блин. Фреддик уже здесь. Сейчас, скорее всего, придет. Ага. Ну а Фредбер или этот Голден Фредди, кто там, я так и не понял. Но он пока без движения. Возможно, он будет активен, скажем, на 3 ночи или на 4 ночи. Я помню, раньше были такие FNAF-пародии, где... Тоже такое, кстати, на FNAF 4 было, когда... По-моему, до 4 ночи... До 4 ночи одни аниматроники, а там после 4 кошмарный Фредбер всех убивал. Я помню, помню такую движуху. Так. Выживаем. 3 ночи и... Все пока без изменений. Ну, не знаю, может быть, это просто декорация какая-то? Ну, типа, он стоит просто уже пятая ночь. А это желтый медведь. Ему просто плевать на все происходящее. Может, реально? Может быть, это не активный аниматроник?
А вся активность только вот у... Вот у этой троицы и у Фоксиан Фоксяныча. Так, Фоксиан Фоксянычем прогнали. 49. Джаммером прогоняем Чику. И отбиваем Фреддика, который сейчас должен подойти. Давай. Да, вот он. Подожди. И пятая ночь пройдена. БГГ! Ну, по идее, сюжетные ночи все пройдены. Меня зовут Майкл Мэтью. Так, 12.09.79 года. Офигеть. Вот, еще и шестая ночь есть. Ну что, погнали приходить. Вот, скорее всего, он будет активен на шестой ночи. Почему-то у меня такое подозрение. Что? Что это было? Эй! Меня убил какой-то скример непонятный Энды? Это рандом или это так? Что это было? Какого хрена? Да вот нормальная шестая ночь. Походу, я нечаянно запустил секретный скримак, который меня убивает. Причем это был Энды. Откуда он здесь? Его даже на камерах нет. Какие-то подставы, да и только. О! Что это? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это, подожди, это был Shadow Freddy? Это был Shadow Freddy? Какого хрена это сделает? Его же... Его нет на камерах. Жесть. Вот... Так. Я понял. Когда он появляется здесь, нужно просто планшет... Планшет поднять и опустить. Жесть. Как он меня убивает, мне интересно. Он от планшета зависит? Ну-ка. Здорово. Ну да, брутально, брутально, брутально. Чё-то Фредди здесь вообще разошелся, он... Я вот засек, он приходит. А! Да, черт! Как не вовремя ты меня убил, чувак! Я только до 4 ночи дошел и хотел начать отсюда после монтажа прохождения, и ты, Фредди, мне все подпортил. Тут есть, короче, блин, какой-то баг. Я уже раз 5 умирал от этого бага. Короче. Блин, может, просто что-то не так делаю, но бывает, что Shadow Freddy прогнать нельзя. То есть я поднимаю, опускаю планшет, а он не уходит. И вот так 3 раза делаю, потом меня просто убивает. Порой даже с открытым планшетом. Короче, Shadow Freddy здесь какой-то иногда багованный. Вот иногда хрен его прогонишь. И вот иногда он меня тупо убивает. А, помехи, не мешайте мне. Вот! Где? Как это понимать? То есть, подожди, он появился... Как он мог появиться, пока у меня планшет поднят? Он же появляется в момент опускания планшета или нет? Чё-то я вообще не въехал. Вот как мне... Сраного этого Shadow Freddy прогонять. Вот здесь, что мне было нужно делать? Он тупо не исчезает. Я вот про это и говорю. Это, я не знаю, это баг. Может, я как-то недолго держу. Или наоборот, нужно долго держать. Он тупо не исчезает. И в итоге меня грохает. Это незаконно. Причем это какой-то рандом. Потому что иногда он исчезает, ну, после первого же поднятия, опускания планшета. А иногда, вот как сейчас, он тупо не пропадает. Я совершенно не знаю, от чего это зависит. Так. Все, он вроде не появился. Это хорошо. Что лучше бы не появлялся до конца этой гребаной ночи. Этот читерский Shadow Freddy меня немножко раздражает. Так, ну... Скорее всего... Чика и Бонни точно уже не придут. Фокс еще встал на место. Чисто в теории сейчас приходит Фреддик. И все, и Фокси можно... Можно, короче, от греха подальше не поднимать планшет. Все.
Я должен протянуть до... Хотя, фиг его знает. Да, он не сошел с своей сцены, Фокси, но главное, что вроде как нормально. Фух, все, хорошо. Я одолел этого багонного Фредди. Ну реально он был какой-то багованный, вот серьезно. Меня от него так давно не бомбило. It's over. Все кончено, окей. Это типа мне говорит Shadow Freddy? Ау. Хабадыщ! Дали две звезды. Зашибись. Что у нас там еще осталось? Менюшка экстра? О, скример, аниматроники. Закулисье и кредиты. Ну еще, конечно же, кастомная ночь. Что там у нас есть в кастомной ночь? Ага. Фредди Бунничек. А, Фредбер еще здесь может быть активен. А кто это? Подождите, или это Голден Фредди? По-моему, это Голден Фредди. А что он делает? Раньше его не было. Сет Макс. Давайте мы сразу же и... БГГ! Пройдем сейчас на максималке кастомную ночь. Посмотрим, что там она себя представляет. Не хочу отдельно серию для этого дела делать. Ночь номер 7, кстати. Так. У нас тут... Фредик этот желтый ушел. Куда-то. О! Уйди нафиг. Куда он умудрился уйти? Подождите. Это обычный Фредди, да? А золотой куда утопал? А-а-а. Ой. Или подожди. Это какой-то другой Фредди. А где помехи? Что за фак? А что он стоит здесь? Эй! Это баг? На тебя нужно посветить? Алло? О! О! Ты чё? Где? Чё ты? Чё это было? Вообще непонятно! Окей. Короче, друзья, я планировал... Серьезно... Все это быстренько ужать, снять, но я не знаю. По-моему, здесь мне нужно еще потратить кучу времени, чтобы освоить кастомную ночь, так что быстро я ее не пройду. Поэтому будете ждать, друзья, третью серию. В третьей серии мы полностью подробно разберем менюшку экстра, а также пройду кастомную ночь на максималке и покажу, как это сделать, и получу свою заветную третью звездочку. В общем, ждите, друзья, продолжения. Большое всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки есть в описании, там снизу под видео. Всем, друзья, пока-пока!